Добрый день, приветствуем всех из Парка Легенд. Второй матч между командами МХК «Спартак» и «Локо» в рамках пари-матч молодежной хоккейной лиги. Стартовое выбрасывание, все готово к нему, и выигрывает его хоккеисты «Локо». Бросил сам, но решил поделиться. Мишаков с кистей отбивает шайбу. Тагиров здорово отдает, и шайба выкатывается на пятачок. Сам катит. Здорово, прокатился Тисанов, ничего себе! Здорово, кстати, Коковин бросает из-под защитника, из-под Науменко. И 1-1. Быстро Спартак достаточно отвечает. Хорошими шайбами сегодня обмениваются команды. Шабловский. Здорово Наврузову. Наврузов в ближний не попал. Мишаков. Здорово, кстати, руками отрабатывает. Бросок сходу. И 2-1. И шайба, кстати, здорово. Сейчас у Спартака находится Олег Корчагин. 2-2. Катился Захар Зону за воротами. Здорово на пятак отдает. Легалем бросал. Мишаков, Шабловский. Шабловский здорово отдает. Где шайба? Шайба не оказалась в воротах. Борется на смене. Сейчас Спартак смог пробовать поймать Лока. Шабловский здорово отдает. Бросок Наврузова. Флешбэк из вчерашнего матча. Тимченко. Бросков нет, так вроде крутится, бросков нет, а вот сейчас будет ли шайба перед воротами, какое-то время была, причем там была возможность добавить сразу у всех. Не стал подбирать сходу клюшку Силин, зато здорово заблокировал бросок, даже не видя его, а тут шайба все-таки оказалась в воротах. Мишаков сходу, шайба отскакивает на пятачок. Шабловский на скорости, вкатился в зону, Захар за воротами, отдает здорово Наврузова, тот бросает. Лока ошибается при выходе из зоны, Корчагин с кистей, еще на подкат бросится, Коковин оставил шайбу в большой зоне, а вот здесь не смог и попадает по воротам Манин. На этом все, спасибо всем за внимание, Александр Еремеев, вместе с вами матч отсмотрел, Спартакса призываем поддерживать команду в матчах с Алмазом, всем пока.